Всем привет, продолжаем играть Mount & Blade. Мы с вами тут воюем против двух армий. Так, за мной. Хлопочки и девчатка. Мальчики и девочки. Так, зайдем мы на возвышенность, а оттуда уже будем видеть, что, куда, зачем и дальше как. Выжженная земля. Вон они стоят, козлы. Нормально, мои тут расстреливают их только так. Что там осталось? Нафиг не осталось. Ангелы убили одного. Плохо. То, чтобы смертельно плохо. Но и позитивного в этом мало. Что у нас там осталось? Извините. А, класс, все, шикарно. Обожаю эту херню. Обожаю этот глюк, просто он волшебный. Я теперь не знаю, кто, куда, зачем и почему. Нельзя включать во время битвы вообще никаких левых окон, потому что просто все вылетает. Печально, печально, но ладно. По идее, победили. По крайней мере, оружием трясут. Хорошо, осталось 114 против нас. Я так понял, не будет всплывающих уведомлений, это очень бесит, честно. Потому что я не следил. Я их просто не вижу. А вот, боже. Уроды. Партизаны хреновы. Так. 29, 28. Тут, извините, отвлекусь воды попить. 19. У тебя этот экран хоть работает, и то хорошо. Но без нормального уведомлений, то есть погибших и всем остальном, будет очень тяжело. Вот у меня кого-то ранили, кого не знаю.
кого-то ж ранили. Придется перезагрузить игру. Висячая фигня. Ладно. Теперь сам виноват. Надо было смотреть, куда тыкаю, так сказать. Тыкнул не туда, наказан. Все правильно. Ну, не все так и печально. Есть и хорошая новость. Из-за отсутствия всяких надписей не мешает стрелять, не мешает читать эту страницу. У меня двое убитых, пятеро раненых. Кто это? Уже шестеро раненых. Кто это? Я не знаю просто. Меня убили, блин, возможно, он гнома. Меткого гнома из этих, с холмов. А может, и не убили, может, ранили. Уже троих убили. Я не вижу ни хрена. Бесит это очень сильно, честно. Ладно. Будем надеяться, что это последнее. А, рыцарь Ривенделла убит. Плохо. Да, меткий стрелок с Вороньего холма убит. И убит Ривенделлский пеший воин. Плохо. Ребятки, плохо, очень плохо. Прям сильно плохо. В смысле следовать, если я нажал в атаку? В смысле следовать? Ладно. Забейте. Нормально. Сорок против 27. Тут уже мало шансов того, что у меня убьют кучу народу. Хотя и такое случалось. Поэтому ничего страшного. Мы смиримся с этим. Жалко, конечно, с Вороньего холма. Гнома. Нравятся они мне. Прикольные ребята. Ну ладно. Последний. Прекрасно. Шикарно. Опять же сбежали, да? Да, я тут никого поймать не могу. Дурацкое задание. А, ладно, мы с вами идем в Ривенделл. Потому что мне нужно сначала закупиться. Закупиться, говорю. Скинуть вещи, чтобы получить хоть какие-то очки снабжения. Ну ладно, закупиться рыбой тоже не помешает. Хорошо. И продолжим мы с вами уже в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Тьфу ты. Я уже по привычке начал прощаться. Продолжим мы немножко позже, когда я перезагружу игру, чтобы я мог уже быть уверен, что будут уведомления и все остальное. Это буквально пара секунд, даже секунда для вас. Всем снова привет. Мы продолжаем. У меня был небольшой перерыв из-за сбоя в игре. Что у нас тут? Долгудур еще под осадой, да? Кто у нас это? Беорлинги, да?
Я знаю, что я сделаю. У меня 11 000 у них. Не думайте, что я с ума сошел и нанимаю их просто так. Нет. Я сделаю немножко по-другому. Это еще не все. Да, знаешь, дурью маюсь, но лучше так. 20 лесовиков вообще шикарно, давай. Так, нет, давайте лесной следопыт, это типа этот. Сейчас, подожди секунду. Я тут подумал, почему бы и нет. Я сейчас его до 200, блин, таким образом докидаю. Имладрис, ладно. Сейчас съездим. Точно, сейчас съездим в Имладрис, пока я туда-сюда. У нас этот отрядик немножко улучшится. Сейчас. Так, во-первых, еда заканчивается. Сколько там? 700, да? 700. Да. Перебор. Ладно, давай еще и говядину заберу. Окей. 1000. Кириндон. Тут тоже заканчиваются очки, да? 800. Кириномород. Сколько у вас тут? 700 есть, да? Давайте хоть 700 заберем. Карасголодон. И еще 700. Прекрасно. Двинули. Так, во-первых. Бары там пошли по наклонной. Не то.
какие-то казармы. Давай, всех заберем. Всех, кто влезет, всех заберем. Тут еще четырех этих. Сейчас я ему еще 19 человек накину. Чтобы он не чувствовал себя одиноко. То у него будет уже 160. Знаешь, дурью маюсь на самом деле, потому что это все равно вряд ли поможет решить исход битвы, но хоть что-то. Прекрасно. Итого у него уже 160 человек против 301. Может, хоть в ближайшее время начнет что-то делать. Так. Ладрис. Трех рыцарей Арно разобрали, мрази. У меня и так армия все слабее и слабее становится по чуть-чуть. Так, мне нужен еще один обоз. Если поймаю, будет хорошо. Налетчики. Ой-ой-ой. Это меня мало интересует, ребятки. Нету. Тут обоза нету. Показалось ли это? Нет, не показалось. Я там реально видел. Куда ты такой бодренький бежишь? А ты? Двоих осталось перебить. Ну. А, войско. Войска. Не вижу больше ни одного отряда с обозом. Так, ладно, давайте думать, что нам делать дальше. Было у меня 95 воинов, сейчас 86. Ну? Ты либо сними осаду, либо, блин, продолжи ее. Бесишь? Кстати, я сейчас могу еще. А, класс, в Эмладрис не хватает. А я ничего не смогу сдать в Эмладрис. 4 рыцаря Арнора. Нахрен. Нахрен, ребята. Я не знаю, я, может, перезагружу, я не уверен, но я, возможно, так сделаю. И мы отправимся обратно в этот. Блин, это ж сколько у меня осталось? 12, было 17, 18.
А самое смешное, у меня нечем сейчас еще крыть. У меня нету нечего продать. У меня из продажи только еда и лошадь. Все. Твою мать. Это плохо. Ладно, продолжим мы в следующей серии. Дальше будем бедствовать уже. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.